Можно я не мужик больше, не достигатор, не вечная мерзлота? Можно я больше не папа, смотри, смотри? Можно без любить меня очень сложно? Можно место такая сильная? Я вдруг почувствую, что не жена, не ревет усталости, не ощущаю себя ничтожной. Можно уже появится подходящая мне душа, и я не исчезну, не спрячусь, не убегу. Можно мне больше не страшно и не тревожно? Бог улыбается. Щурит подслеповатые облака, посылает мне радугу, рассыпает на всякий случай птиц на ее бока. И я наконец понимаю. Можно? А, Сереж, 42 года. Тебе надо уже над такими вопросами задуматься. Нужно. А не можно. А микрофон был включен. Вчера мы, значит, все записывали без звука. А сегодня записали даже то, что не надо записывать. Можно мне поспать? И проспать самолет. Нельзя спать. Опять нельзя спать.